В минувшие дни студенты военной кафедры Тувинского государственного университета посетили 55-ю отдельную мотострелковую бригаду. В ходе посещения будущие сержанты и солдаты запаса лично ознакомились с условиями размещения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также с образцами стрелкового вооружения, снаряжением и военной техникой мотострелковых подразделений бригады. Также должностные лица, занятые комплектованием бригады, должностями рядового и сержантского состава войсковой части, встретились со студентами. В рамках встречи учащимся рассказали про принципы отбора Министерством обороны Российской Федерации кандидатов, поступающих на военную службу по контракту. Подробно рассмотрены вопросы социального обеспечения военнослужащих и членов их семей, порядок прохождения военной службы, возможности их карьерного роста.